Отчаяние все сильнее охватывало меня, жить не хватало сил. Я решил умереть. Для родных я давно уже умер. В Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ. Не числится. Решение принято. Так жить нельзя. Я хочу умереть не тогда, когда хочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод. Я хочу умереть сейчас, теперь. Отмучился и конец. Может быть, это трусость? Нет, необходимость. Бороться же за жизнь может тогда, когда есть надежда. В особом нет этой надежды. Впереди мучительная смерть. Ночью я иду к парашам. Там выступает балка, она уже испытана многими. Веревку я украл на работах. Обмотал вокруг себя и пронес. Скорее кончать. А потом меня не будет, и хорошо. Иду по коридору между нар, мимо старика. Он стоит и молится по-прежнему. Кругом спят. Старик, как всегда, ничего не замечает. Он целиком ушел в себя. Хочу быстро пройти и кончить. Иду. Но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между нарами, берет за руку и говорит: «Садитесь. Вы не один здесь. Нас таких много, но с нами Бог». Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. Слушаю старика и вдруг начинаю полушепотом отвечать ему. Сейчас я ненавижу его, он мешает мне, это не его дело, как я распоряжусь своей жизнью. Но он говорит о моей жизни и почему-то знает все, знает настолько подробно, что это пугает. Откуда он может знать? Разговор его спокоен. Да, он понимает, что мне трудно. Я болен, истомлен, оскорблен, унижен. Но все это можно победить, и надо обязательно победить. Если я захочу, то победа останется за мной. Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти. А он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит. Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожить ее, а должен сделать все, чтобы сохранить. И вот наступает минута, когда уже я слушаю старика и начинаю отчетливо понимать, что он неведомыми путями уже подал мне руку помощи. Ничего не изменилось для меня в особом, но я уже не одинок. Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о нем. Сейчас старик просто помогает мне, я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни. Он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком. Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в особом и изможден до последней степени. Одни зовут его Петр Андреевич, а другие — отец Арсений. И это имя, образ и жизнь его забыть нельзя никогда. Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее «я». Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное. Говорить о нем можно бесконечно. Дела его беспредельны, и имя им – любовь, творимая во имя Бога ради людей. Помню слова его. Каждый человек что-то должен оставить в жизни, построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу. И все это необходимо совершать не для себя, а для человека. Чего бы ни касались твои руки, после твоей смерти найдет прибежище часть тебя. Люди будут смотреть на взращенное тобой дерево или сделанную вещь. И в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость. И вспомнив тебя, они призовут Господне благословение. Не важно, что именно делаешь. Важно, к чему ты прикасался, чтобы меняло форму, становилось не таким, как раньше, а лучше. Чтобы в этом новом оставались частицы тебя самого, и все совершалось бы во имя Господа и любви к людям. Но самое главное, говорил отец Арсений,
в любом своем делании помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него. Так поступал отец Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал тебе самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедования веры, учил молиться и разжигал в соприкасающемся с ним человеке искру божественного. Кто из знающих его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у отца Арсения. Я пережил все это сам. Я видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей. И они уходили верующими, захватив с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям свет веры, любовь и доброту, взятую от отца Арсения. Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалась им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу. И часто перед тем, как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с ним в свой последний смертный час, то и тогда отец Арсений облегчал его страдания и уходил этот человек со светлой, успокоенной душой. Дар души, данный ему Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям свое богатство, он не беднел, а только увеличивал его, сам не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотря на них, ты начинал черпать силы и спокойствие. А когда он говорил, то голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав. Он был мужественный и сильный во всем, но ничего не боялся в жизни. Бог и Бог было его знаменем, силой, прибежищем и упованием. И с этим он шел среди тягот, мучений, страданий. В монашестве ему дали имя Арсений, что значит «мужественный». И это было символично. Я вышел из лагеря на несколько лет раньше его, много писал ему, а после выхода отца Арсения из лагеря разыскал и встретился в старинном русском городке. Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладится из памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь, разве можно их когда-нибудь забыть? Вы входили в комнату отца Арсения, и первое, что видели, это иконы Владимирской и Казанской Божьей Матери, нерукотворный Спас, Николая Угодника и Иоанна Богослова. Иконы были древнего письма, необычной, тонкой работы. Перед ними постоянно горели две лампады, красная и зеленая. Стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же на столике, покрытом белой скатертью, лежали Евангелие, Псалтирь, Служебник и очередная Минея. На письменном столе, стоявшем около окна, лежали книги. Богословию, по искусству, древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические и по атеизму. У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами, у другой стены располагался диван, на котором он отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла дополняли обстановку. На стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружил отец Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана «Женщина» на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий. И только в глазах жила убежденность, сила и несгибаемая воля.
Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак. На женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мятая шапка-ушанка. Все это создавало впечатление безысходности, страдания человека. Но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жил. Дух его не сломлен, живет, несмотря на страдания, ожидания смерти. И ты, смотрящий на портрет, понимал, что женщина никогда не согнется, не сдастся, не отречется. Сейчас она немощна, физически раздавлена, но Дух Божий живет в ней и никогда не умрет. И глаза, смотрящие с портрета, рассказывали об этом. Портрет писал большой художник, друг отца Арсения. Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере. Вернувшись из лагеря, отец Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза. Люди приезжали, писали. Эта фраза ошибочна, писали очень много. Московским духовным детям, привозившим полученные письма отца Арсения, в середине, в среднем в день получалось 18-20 писем от составителя. Приезжали каждый день не менее 1-2 человек. В субботу и воскресенье приезжало иногда недопустимо много, 8-10 человек. И хозяйка дома, Надежда Петровна, в эти дни волновалась за отца Арсения. Духовных детей было много, и почти каждый приезжал 2 раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояло 2 кровати, на которых спали приезжие. Если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу. Свою работу искусствоведа отец Арсений не забыл и посвящал ей свободное время, но практически этого времени не бывало. Но он все-таки написал несколько статей, но не мог опубликовать. Печатать не давали, хотя бывшие лагерники помогали. Кое-кто из них вернулся к работе в издательство, но имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто. Вставал отец Арсений в 6 утра, ложился в 12 ночи. Молился беспрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжими. Горели лампадки, в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно. Благодать Господня осеняла тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности молился он Госпоже нашей Владычице Богородице, Матери Божией. Акафист Владимирской Божией Матери читался так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова Икоса, радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконою Твоей нам являющая. Он прославлял все безначальное совершенство Царицы Небесной, а умоляя и обращаясь к ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных. Раз в неделю он служил панихиду, это было моление о тысячах душ, и эти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что отец Арсений плакал, и мы, присутствующие, понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знаемое. Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собой полученный запас сил, веры, желание помогать другим, желание быть лучше. Когда-то большая, собранная отцом Арсением община, за долгие годы его ссылок и заключений уменьшилась. Одни умерли, другие тяжело болели, третьи отошли из страха. Но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых отец Арсений встретил в ссылках, лагерях, или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники вроде меня. Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды к отцу Арсению или встречался в лагере и там полюбил этих людей, а потом, так же, как и они, стал его духовным сыном. Врач Ирина, отец Алексей, раньше называемый Алексей студент, Абросимов, Стазиков, Овсеенков, хозяйка домика Надежда Петровна,
И многие-многие другие вспоминаются мне, добрые, хорошие, замечательные люди. О них много написано и рассказано их друзьями. Вспоминается приезд к отцу Арсению в 62-м году в Ладыкиен. Это был серьезный богослов и философ, и, как многие говорили, хороший духовник, приехал для исповеди. Многие духовные дети отца Арсения ходили в церковь, где служил владыка. Прожил он 2 дня, исповедовался и сам исповедовал отца Арсения. Много говорил о судьбах русской церкви в настоящее время, что важно сейчас для верующего, и, смотря на обилие книг в комнате, сказал: «Только Евангелие, Библия и творения святых отцов нужны верующим, а остальные не стоят внимания». Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил: «Вы правы, владыка, главное в священных этих книгах. Но человек бурно развивающегося 20 века резко отличается от верующего 4 века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного, обилие знаний внесло массу противоречий. Современные иереи и верующие должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма, знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука, должны быть известны ему. К иерею приходит студент, врач, ученый, физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом». Молитва всегда была с отцом Арсением. Размышлял ли, шел ли куда-то, ехал ли. Он все время молился, и в еле уловимом движении губ угадывались слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Помощь людям, помощь в любой ее форме была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными, заботился о немощных и вновь пришедших в барак заключенных, делился своим скудным пайком с обездоленными. Здесь, на воле, он по-прежнему, по первому зову, ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, отчетливо понимая, что, отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечить себя. Но мы через хозяйку домика, Надежду Петровну, пытались незаметно заботиться о нем, хотя он, вероятно, и догадывался об этом. Неисчислимому количеству людей помог он. Помог именно так, как сказано в Евангелии: неся тяготы человеческие и этим исполняя закон Христов. Вот таким я знаю отца Арсения. Другие люди, знающие и любящие его, еще многое расскажут о том, что он сделал для них. Но я думаю, что для меня он сделал самое основное, главное. Вдохнул в душу мою веру и любовь. Великий молитвенник и подвижник отец Арсений освятил и освещает духовный путь многих и многих людей. Ирина. Декабрь 56-го года уходил в морозах и вьюгах. Лагерь опустел, и отец Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным и добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме. «Петр Андреевич, от бабушки узнала, что вы живы, Бог сохранил вас. Я чувствовала, знала, что вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить вас. Вы нужны людям, а как необходимы мне. Прошлое, мучительное, кошмарное, постепенно уходит. Верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая, Алексей в 5-м классе. Вы не видели его. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о вас и всегда говорит мне: помни отца Арсения. Хорошее не забывай, будь с людьми, как он. Скорее приезжайте, скорее. Хотя это и не зависит от вас.
Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну, неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне ваша бабушка Люба. Мама умерла, и она заменила ее мне. Господи, какая я счастливая, что встретила вас. Анна. Это небольшое письмо наполнило сердце отца Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и настоящее. Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок. Начались перемещающиеся ссылки: Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодские области. Однако только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился отец Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью. Тайно в день происхождения честных древ животворящего креста Господня Августа I по старому стилю приехал к своим в гости отец Арсений и остановился у Натальи Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных детей. О приезде его знало только 7 человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на 3-м этаже большого каменного дома. Приехал отец Арсений, на улицу не выходил. Наталья Петровна с мужем уходили на работу. Отец Арсений оставался в квартире один, и дверь никому не должен был открыть. На случай экстренного прихода кого-либо из семерки договорено было давать условный звонок, на который отец Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание отца Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на севере в ссылке. Приезд его в родной город был связан со встречей с 2 владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни церкви в это трудные для нее времена. Встреча была назначена 25 августа на дачу в поселке Абрамцево у одного художника. Было 19 августа. По новому стилю праздник Преображения Господня. 6 дней прожитых у Астаховых отец Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде отца Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным людям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с Аказии. 6 дней прожитых в городе прошли спокойно. Вечером отец Арсений служил предпраздничную, вечернюю и утреннюю, исповедовав, а утром, торжественно отслужив обедню, причастил Наталью Петровну с мужем и всех остальных 6 человек, бывших у обедни и исповедавшихся вечером. Утром все ушли на работу, отец Арсений оставался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований этой тревоги не было. Марфа Андреевна, хозяйка домика на севере, где жил отец Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнения не было, как будто никто не следил. Опустившись на колени, отец Арсений долго молился, благодарил Господа за милости его. Приезд в город, встреча с любимыми духовными детьми, радость общения с ними – и за то, что Господь сподобил его грешного иерея торжественно служить обедню Преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на тонких полосках тонкой, но плотной бумаги. Мелкий убористый почерк заполнял всю полоску. Но сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей! Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещенные словами духовника. Время от времени отец Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин. И ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же фигура женщины. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окно дома, где жил отец Арсений. «Следят или кажется мне?» — думалось отцу Арсению. Из дома он не выходил, в дороге с Лёшки не замечал. А здесь о его приезде знали только самые близкие люди.
«Мнительность», — ответил он сам себе и, помолившись, сел писать. Время подходило к 11 днях. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадочного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, отец Арсений читал акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля владычицу. И вдруг молитву разорвал резкий звонок входного звонка. Звонили условным звонким, звонком длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. «Кто это?» — подумал отец Арсений. «Сегодня никто не должен прийти. Что случилось?» Звонки повторились настойчиво, требовательно. Встревоженный отец Арсений пошел открывать дверь. Звонить могли только свои, значит, что-то случилось. Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны. Войдя в переднюю, перекрестившись, возложив упование на Матерь Божию, отец Арсений быстро открыл дверь. И сейчас же, отталкивая дверь ногой, ворвалась женщина лет 20-22. Быстро закрыв дверь и наступая на отца Арсения, она прошла в комнату. «Я из органов, вот удостоверение, смотрите. Вы Стрельцов Петр Андреевич, называемый отец Арсений. Живете здесь 6 дней. Я веду за вами наблюдение днем, ночью и вечером ведут другие». Отец Арсений растерялся, на столе лежали письма. Он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо. Он подвел многих людей. «Господи, Матерь Божия, помогите!» — мысленно произнес он, но уже отчетливо понял, что все погибло. Арестуют многих. Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и серо. Казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей и раствориться в толпе, стать незаметной. «Понимаете, я из органа веду наружное наблюдение за вами, но у меня случилось несчастье. Заболела дочь. Звонила домой, температура за 40 градусов. Распухло внутри горло, посинело, хрипит, задыхается. И все так внезапно. Утром уходила из дома, была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону: Таня умирает. Звонила в управление, просила заменить, отказали. Нет подменщика, который бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить, что делать? Дочь умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача», — а мама совершенно растерялась. «Умирает Татьяна. Мне надо срочно домой, а сменщик придет только в 17 часов. У меня к вам просьба, не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете. Очень прошу, не уходите, если уйдете, погубите меня. Еще просьба, если кто придет к вам, пока меня не будет, скажите, ведь того, кто придет к вам, могут везти до квартиры, а я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что вы добрый, помогаете людям. Не уходите, прошу вас, скажите, что сделаете? Плохо Татьяне, а управление не отпускает». Отец Арсений уже все понял. И эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить. В ее глазах он прочел во много раз больше, чем она могла рассказать о себе. «Идите к дочери. Я никуда не пойду, а если кто придет, то скажу вам. Идите. Спасибо, гражданин Стрельцов, спасибо. Я только до 15 часов, а потом опять встану на наблюдение». И, заканчивая разговор, почему-то сказала: «Меня зовут Анной». Дверь хлопнула, и отец Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе. Все открыто. НКВД знает, что он здесь и ведет наблюдение за ним и остальными. Оно хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним, для того, чтобы взять их потом. Это Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, отказ начальства ее сменить, брошенная ей фраза: «Ваши, которые работают у нас, назначенная встреча с владыками, неожиданная болезнь дочери Анны, была цепью одних событий, руководимых промыслом Божиим. Тяжесть происшедшего навалилась на отца Арсения, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбы людей, муки их переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя, это было его ошибкой». Отец Арсений подошел к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени
и стал читать акафист Владимирской Божией Матери с того места, где его прервал звонок Анны. Путались фразы, не понимали знакомые и любимые слова, путались мысли, но постепенно, овладевая собой, отец Арсений отбросил житейское и ушел в молитву. Почти 4 часа молился отец Арсений, прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен. То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией и его заботой, произволением о тех, кто был вместе с отцом Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли. В 3 часа раздался условный звонок. Отец Арсений открыл дверь. Вошла Анна. «Слава Богу, вы здесь!» — вырвалось у нее. «Здесь. Никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина». Женщина была измучена, но когда отец Арсений назвал ее Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышалось удивление и испуг, спросила: «Почему вы назвали меня Ириной?» «Идите, Ирина, идите», — ответил отец Арсений. В глазах ее появились слезы, и она еле слышно сказала: «Спасибо вам». Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату. «Господи, это ты повелел назвать мне ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь Вседержитель». На противоположной стороне улиц около магазина ходила Ирина. В 5 вечера ее сменил мужчина. Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям, отец Арсения рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и напугал. Внутренний голос говорил отцу Арсению, что надо ждать завтрашнего дня. Все в руках Божьих. Отец Арсений приготовился уж к худшему, сжег письма и попросил Наталью Петровну также уничтожить все лишнее. 20 августа отслужил ранним утром обедни и после ухода Натальи Петровны ее мужа встал на молитву. Но молитва не шла. Одолевало беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11 часов утра раздался звонок. Отец Арсений открыл дверь. На пороге стояла Ирина. Пропустив ее в комнату, отец Арсений сел около стола. «Я к вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуюсь страшно. Что-то будет. Спасибо за вчерашнее. Звонила в управление, докладывала, сказала, что к вам никого не вели. Не был у вас никто. Садитесь, Ирина. Удивился я. Как решили вы зайти ко мне, человеку, за которым ведете наблюдение? Вы меня, вероятно, врагом считаете». «Я пришла поговорить с вами, не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что вы за люди, почему с вами так борются? Ваши, что дают о вас сведения, много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О вас лично много хорошего говорят. Но нам разъясняли, что вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников. А добро ваше вредно для агитации. У меня сейчас 3 часа свободного времени, никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко, и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно, если потребуется, срочно уйду». Смотря в лицо Ирины, отец Арсений начал рассказывать о вере, верующих, потом почему борются с верой и о том, что верующие люди не против власти. Рассказывая, отец Арсений ничего не боялся. Да и чего он мог сейчас бояться, когда видит, что Ирина знает про общину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая, отец Арсений так увлекался, что забыл о времени, забыл, что кто такая женщина, сидящая перед ним. Он говорил человеку, говорил убежденно в своей правоте, защищая веру. Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво слушалась в каждое слово. Знала она про общину много, но по-своему. Одно слово — враги. А здесь отец Арсений рассказывает все по-иному, и получается 2 правды. «Кто прав?» — возникал вопрос. «Там в НКВД знали многое, но пока выжидали. Надо было забрать всех людей общины, послать в лагерь ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью.
а борьбы не было. Никто не боролся. Была только вера в Бога, объединяющая людей. В органах с нами ведут систематические занятия и говорят, что вы враги, а вы рассказываете по-другому. Да и я, наблюдая за вами, вижу в вас только несовременных людей. На занятиях нам подробно рассказывали о вашей организации, о вас, демонстрировали ваши письма к вам, из которых можно понять, что кто-то о ком-то заботится. Есть поручение, много о Боге. Может быть, это шифр? Несколько человек ваших давно работают в органах, в основном все сообщения идут от них. Я назову их фамилии. Не надо, не называйте, не хочу, — воскликнул отец Арсений. А я назову, назову, не люблю предателей. Эти люди так же легко предадут нас, как предали своих. Я присутствовал однажды на допросе. Противно смотреть. Глаза бегают, извиваются, словно ужи. Боятся, а пишут. Я слушала, сидя в стороне, и мне казалось, что многое было полуправдой. Вот фамилии тех, кого я знаю. Кравцова, диакон Камушкин, Гуськова, Полюшкина. Отец Арсений вздрогнул, внутренне возмутился и вскрикнул. «Вы говорите неправду, они не могут предавать!» Но взглянул на Ирину, понял. «Правда!» И вдруг заплакал. Заплакал по-настоящему навзрыд. «Что вы, что вы, гражданин Стрельцов, я правду говорю! 16 августа я Кравцову сама вела в управление. Правда это все, правда, успокойтесь. Дрянные они люди!» Не должна была говорить вам, но жалко мне вас. Не расстраивайтесь, я пойду. Зайду завтра. Вас еще не скоро должны взять, хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме, что с матерью, с дочерью. Расстроила я вас. Потрясенный и раздавленный остался отец Арсений. Слезы заливали лицо, им не было конца. Мысли одна тяжелее другой приходили и приходили. Катя, Катя Кравцова, одна из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейший человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала все об общине, все знала. Что толкнуло ее на путь доносов, предательства? Катя, которую в общине называли Катей Беленькой, в отличие от других Екатерин, красивая, умная Катя. Что теперь толкнуло ее? Страх, разочарование, обида, испуг, временное малодушие, угрозы. Отец диакон Камушкин, его духовный сын и раньше постоянный сослужитель на всех богослужениях, и эти двое, Лидия Гуськова и Зина Полюшкина, верные его духовные дочери. Да, они были верными, любящими, глубоко верующими и любимыми его духовными детьми. Но что произошло? Почему они так пали? Только ли страха ради? Не я ли духовный отец проглядел где-то, не уберег овец стада своего от падения? Не я ли виновен в этом? Господи, прости меня грешного, научи, наставь. Моя вина, спаси их, останови и сохрани остальных. Вспоминая исповеди, разговоры, письма этих духовных детей своих, отец Арсений по отдельным крупицам попытался восстановить прошлое и определить начало падения. Да, он, иеромонах Арсений, должен был вовремя заметить колебания детей своих, их ошибки, и остановить. Упав на колени, плача, молился отец Арсений, умоляя Господа и Царицу Небесную о помощи, восклицая: «Господи, Господи, не остави меня! Простри руку помощи Твоей, будь милостив, спаси детей моих от погибели!» 21 августа Ирина также пришла. Дочери стало совсем плохо. Нарыв в горле резко увеличился, крупозное воспаление легких развивалось, дыхание было прерывистым. Врачи предупреждали, что состояние крайне тяжелое, безнадежное. С поста Ирину не отпускали, днем в больнице дежурила бабушка, ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала. «Успокойтесь, успокойтесь, Господь милостив, Таня поправится», — говорил отец Арсений.
и, смотря на Ирину, видел растерянную, убитую и безутешную горем молодую женщину, опустошенную, не имеющую ни на что надежды. Безнадежно Татьяна умрет, две болезни сразу. Сказали, умрет, а я не могу днем быть около нее. Проговорила она и, рыдая, упала головой на стол. Отец Арсений подошел к шкафчику с иконами, открыл его, зажег вторую лампадку и сказал: «Буду молиться о Тане, буду просить Господа». «Я тоже буду просить вашего Бога. Я готова делать все, лишь бы спасти Тане, но не умею молиться. Я не знаю Бога». Пламя лампадок тихо колебалось, освещая то одну, то другую икону. Но наиболее ярко выделялась икона Владимирской Божией Матери. «Будем, Ирина, просить Матерь Божию, заступницу нашу, о выздоровлении Тани». И начал молиться громко и отчетливо. Молясь, отец Арсений не видел Ирины, забыл о ней. Он помнил только о безутешном человеческом горе, страдании. Моля Царицу Небесную исцелить младенца Татьяну, он всю свою душу, всю свою духовную силу иерея вложил в эти молитвы. Рассказывая мне об этой молитве почти через 25 лет, отец Арсений говорил: «Вы знаете, что я редко плачу, а здесь плакал, умолял Господа и Матерь Божию о помощи, просил, как иерей дерзновенно просил. И страшно сказать, требовал, да, именно требовал, так велико и безысходно было горе Ирины. Не было у нее ни надежды, ни веры, но в глазах ее я видел доброту и любовь. Я умолял Господа исцелить Таню, просил Матери Божией осенить светом своим, светом веры Ирину, зажечь в ней веру Христову, дать ей надежду. Потом я каялся владыке Ионе за свою дерзновенность». Прошло 2 часа. Кончив молиться, отец Арсений обернулся и увидел Ирину. Она стояла на коленях с лицом, залитым слезами, и, не отрываясь, смотрела на икону Владимирской Божией Матери, ничего не замечая вокруг себя и что-то шепча. Сердце отца Арсения наполнилось неизмеримой жалостью к Ирине. Подойдя, он положил руку на ее склоненную голову и сказал: «Идите, Ирина, Господь поможет. Будем просить оба, вы и я. Матерь Божия, наша заступница, не оставит вас. Она поможет». Ирина поднялась с колен, шагнула к отцу Арсению, крепко схватила его за руку и, плача, проговорила: «Петр Андреевич, я на всю жизнь поверила вам и ей, ведь она тоже была матерью. Если все так, как вы говорили, она поможет, Матерь Божия. Помоги и спаси Таню, все сделай, только спаси». До прихода Натальи Петровны отец Арсений молился. Вечером, когда в квартире была Наталья Петровна с мужем и двое из так называемой «семерки», около 11 часов вечера раздался телефонный звонок. Отец Арсений быстро встал и, подойдя к телефону, взял трубку и сказал: «Анна, слушаю вас». «Спасибо, спасибо, все хорошо. Она помогла. Я теперь на всю жизнь верю вам и ей. Спасибо, звоню из автомата». Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили: «Зачем? Зачем вы взяли трубку? Телефон прослушивают». Отец Арсений подошел к иконам, перекрестился и сказал: «Так нужно. Великую милость явили Господь и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рожденному человеку, с кем я говорил. Никто знать не может. Ан на свете много». И, подойдя к иконе Божией Матери, начал молиться. Стоит вспомнить, что при допросах отца Арсения много раз потом спрашивали, кто такая Анна. Внезапное появление Ирины все изменило. Многое продумав и моля у Господа помощь, отец Арсений решил не встречаться с владыками и уехать 25 августа из города, а до дня отъезда из квартиры не выходить. Надо было сохранить общину духовных детей от арестов, какими-то путями изолировать тех, кто предавал. До самого отъезда Ирина приходила к отцу Арсению в 11 часов и уходила в 2 часа. Приходила, расспрашивала, рассказывала,
но главным образом слушала отца Арсения и первый раз в своей жизни исповедовалась и причастилась, став духовной дочерью отца Арсения. Договорено было, что Ирина будет писать под именем Анны. Отец Арсений запомнил адрес ее двоюродной сестры, на имя которой должен писать ответные письма. Для того, чтобы Ирина могла узнать основы веры и иметь надежного верующего человека около себя, отец Арсений дал ей адрес бабушки Любы, глубоко верующей женщины, не связанной с людьми общины. В записке было написано: «Помогите, наставьте, никогда не оставляйте. Молитесь вместе». Для того, как отец Арсений попал в особый, удавалось 2-3 раза в год посылать письма Ирине. Из особого писать уже было нельзя. Призванная в органы по комсомольскому набору, Ирина после встречи с отцом Арсением с большим трудом ушла на учебу в медицинский институт. И потом работала врачом в одной из московских клиник. Все это время... Все это отец Арсений узнал по выходе из лагеря в 57 году. Сейчас, в конце декабря 56 года, вспоминая августовские дни 39 года, помнил отец Арсений свои мучительные раздумья о Василии Камушкине, сестрах Зинаиде и Лидии, и не нашел в их исповедях, беседах с ними и письмах ни малейшего сознания, понимание своего падения, предательства. Этих людей отец Арсений не мог остановить. Помнил исповедь Кати Кравцовой тогда же, 23 августа. Исповедь кончилась. Отец Арсений ждал, хотел, чтобы Катя сказала, но она молчала. Отец Арсений молился, взывая к Господу. Катерина ждала разрешительную молитву, не понимая, почему медлит отец Арсений. Помнил ее недоуменную фразу: «Батюшка, я кончила». И отец Арсений прочел разрешительную молитву. Исповедь окончена, но не окончен разговор. «Катя, почему вы предали общину? Зачем рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Скольких вы губите? Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей, Катя». Испуганное, полное ужаса лицо, глаза огромные, залитые стыдом, слезами и страхом, искаженные, закусанные губы. «А откуда вы узнали? Кто вам сказал?» «Они, отец Арсений, без меня все знают, все. Знают, что вы приехали, все знают. Я и половины не говорю правды. Я...» И вдруг лицо стало решительным, собранным. «Я хотела спасти общину людей, вас. Я врала им, но они многое знают. Запуталась я теперь». Разговор был долгим и окончился тем, что Катя должна уйти от дел общины. Так и было. Через год Катя вышла замуж, перестала общаться со старыми друзьями и только в 58 году встретилась с отцом Арсением. В 1942 году на изнурительных допросах, материалах следствия, предъявляемых ему следователями, он еще раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей. Бывший диакон в 60-х годах работал в патриархии на высоких должностях. Надо было уезжать. Отец Арсений долго говорил с Натальей Петровной и Верой Даниловной. Рассказал им истинную причину своего приезда, не упомянул об Ирине. И откуда все узнал? Было оговорено о диаконе Василии, Лидии Гуськовой, Зинаиде Полюшкиной. О Кате Кравцовой, Кате Беленькой отец Арсений ничего не сказал. Он верил ей. Понял ее заблуждение, ошибку. Нет, не предательница была она. Отец Арсений понимал, что арест его предрешен, но необходимо... чтобы произошел он не здесь, в городе, а в ссылке. Пусть потом допрашивают, сажают в карцер, бьют, показывают донесения агентов. Он не уезжал из ссылки, не был в городе. На 25 августа Ирина взяла билет на ночной поезд. А 24-го отец Арсений писал письма, написал и беленькой Кате Кравцовой. В 1966 году Катя отдала это письмо Вере Даниловне, рассказала, как она стала сотрудником органов и почему. Вот отрывок из этого письма.
Господа молю о вас, укрепите себя молитвой, просите Божией Матери о помощи. Вы упали, найдите силы подняться. Я понял вашу ошибку, не осуждаю вас, вы сильная, решительная, стойкая. И когда вас позвали, надеялись на себя, а надо все упование возложить на Бога, и тогда решительность и стойкость ваши помогли бы в борьбе со злом. Ваш героизм превратился в ошибку, а потом во зло. Отойдите от дел, выдержите напор зла и победите, хотя понимаю, что это непросто. Противоборствуйте злу. Силу утешения черпайте в молитве, Матерь Божия наша помощница и защитница. Да хранит вас Бог, ваш духовный отец иеромонах Арсений. Настанет время, и встретимся мы еще с вами. Молюсь постоянно о вас. Да благословит вас Бог. 25 августа отец Арсений во время дежурства Ирины в 11 часов утра ушел на вокзал, где и переждал до вечера. На вокзале отца Арсения провожала мать Ирины, Варвара Семеновна. Принесла в дорогу продукты, еду, прощалась ласково, добро, заботливо. Отъезд для отца Арсения был тягостным. Он потерял троих своих духовных детей, потерял безвозвратно. Но на Катю он надеялся, верил ей, она не сойдет с пути веры. Ирина простилась с отцом Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, к ее неисчерпаемому источнику утешения и жизни пришел новый человек, и в этом для отца Арсения была большая радость. Помню, отца Арсения спросили: «Как вы могли сразу поверить Ирине?» И он ответил: «Поверил, ибо неисповедимы пути Господни и неисчерпаема милость Его». Журналист. Он все записывал, где-то доставал обрывки грубой серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки. Приходя с работы, быстро проглатывая миску баланды, заедал куском черствого, мерзлого хлеба, усталый и полуголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги. Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв. Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты набраться впечатлений, понять психологию живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием «Лагерь особого режима». Так казалось. Но он был обычный номер К-391, осужденный по 58 статье к 20 годам лагеря особого режима. Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь в лагере были показаны со всей правдивостью и откровенностью. Жажда описать все, оставить свои записки людям, буквально сжимала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами. «Кто вы? Откуда? За что? Кто и как ввел следствие?» И казалось, следующим вопросом будет: «Ваши впечатления о лагере особого режима?» Он ухитрялся куда-то прятать свои записки. И за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба. Изредка при обысках у него находили обрывки записи, отбирали, сажали в карцер. Но это не отбивало у него желания писать. Этот человек видел мир глазами журналиста и, вероятно, даже за несколько минут до смерти записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное лагерное интервью, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен, взвешен. И только несколько заключенных не были расспрошены, в числе их был отец Арсений. В бараке его прозвали журналист, и казалось, что он гордится этим, ведь и на воле он был журналистом, его статьи появлялись в «Известиях», «Правде», «Труде». Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрения,
но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он научился и понял многое. Интервью стал брать реже. Записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая. С отцом Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп, искусствовед с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом, и многие любят его. Но то, что отец Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением. Пребывание отца Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, так как, по его мнению, верующие, особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Да, журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших с немцами и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и интервью у них не брал. Считал, что попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства. Журналиста возмущало и унижало нахождение под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с диверсантами и попами, своими идейными противниками. Однако интервью с отцом Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с отцом Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча. Журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей. А отец Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке. Заложил щепу и кору, и, зажигая спичку, за спичкой пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет, журналист нервничает, барак надо протопить к приходу заключенных. Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печки, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь. И стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал: «Разрешите, может быть, помочь?» А тот раздраженно ответил со злостью: «Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь». Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадет отцу Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут 20, отец Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил в стоечке растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке, журналист за ним смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен. «Спасибо, что научили. Думал просто, оказывается, целая наука». «Я, — ответил отец Арсений, — не одну сотню печей в лагерях разжег. Вот и науку эту превзошел». Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать, да подносить. Слово за слово разговорились. Журналист по своей привычке стал вроде бы интервью брать. А получилось, что минут через 10 сам про себя стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он попа расспрашивает, а сам о себе рассказывает, и рассказывает все до малейших подробностей. Рассказал незнакомому человеку всю жизнь свою, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче. Пришел с работы народ, зашумели, прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак. Журналист лег на нары почти до самого подъема, пролежал с открытыми глазами, думая о том, почему так случилось, что он открыл жизнь незнакомому старику, да и как раскрыл,
И этот человек внезапно стал ему близким и родным. Вот так и пошло от одного разговора к другому. И незаметно легла душа журналиста в руки отца Арсения. Первое время журналист говорил об отце Арсении: «Старик-то, селище, душа его как мир, все и вся вмещает». А через месяц: «Отец Арсений — человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина». Сдружился он с отцом Арсением на всю жизнь. Любил журналист стихи, знал их великое множество. И вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос сделался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Все известное стихотворение ее чтения становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он незнакомку Блока. И, слушая его, мы забыли барак, холод, голод, заключение, и были в тот момент где-то в старом Петербурге с незнакомкой. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями в кольцах узкая рука. И, медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, шурша шелками и туманами, она садится у окна. И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину. Читая Есенина, он раскрывал нам его метущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность, задушевность его лирики и тоску и плащ по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особенно впечатление тревожного ожидания оставило тогда на нас стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь». Собралось вокруг журналиста человек 5-6, разговорились, а потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал 10 минут, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти, и, никому не обращаясь, сказал: «Прочту Симонова». Когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет и начал читать: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично. Но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас. А окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близким, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое. «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло». Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака. Заключенные стали собираться вокруг. Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал: «А могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня давно официально нет, я не числюсь, я списан, умер». Голос тем временем продолжал: «Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой.
просто ты умела ждать, как никто другой. Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам. Высокого роста человек лет 40 неожиданно сказал: «Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию, думал, вот вернусь. Жене с фронта писал: жди, вернусь. Вот и вернулся, а жена все равно ждет, да не дождется, мы в особом». И неожиданно закончил: «Может, и выйдем?» Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынося никому неведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзвуки перенесенных страданий и встреч с отцом Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем лагерную жизнь отца Арсения и тех, кто вышел в жизнь. Из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы журналистам верим в одно. И нам обоим отец Арсений принес новую жизнь. Много из записок журналиста использовано в воспоминаниях об отце Арсении. Музыкант. Высокий, худой, оборванный, и как все бесконечно измученный, появился этот человек в бараке. Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие, черные, задумчивые, печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно. На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайка, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел. Приходя с работы, съедал паек, садился на нары и, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежавших на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле. О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал. Но как-то все случайно и разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак. Окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности. Вечером около одних нар собралось несколько заключенных. Отец Арсений также присутствовал. Вначале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому. Вспомнили театр, музыку. И в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный. Разговор о музыке углубился. Кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о партийности музыки. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в спорах. Но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека. Молчаливый и всегда замкнутый заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычно, задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно. Продолжая развивать мысль отца Арсения о влиянии музыки на человека, один из заключенных, стоявшего около нар, стал пристально взглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: «Позвольте, позвольте, а я вас знаю, вы пианист!» И назвал фамилию выдающегося музыканта. Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: «Если бы вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы вы только знали, с ней я прожил бы даже здесь!» Кто-то глупо спросил: «За что вы здесь?» И музыкант необычайно серьезно ответил: «По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь», — сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары. Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо. Взгляд стал совершенно отсутствующим.
Отзывался он только на второе или третье обращение. Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти. Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, норму выполнял все меньше и меньше, соответственно, уменьшался и паек. Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно, музыкант не слушал, отвечал не в попад или уходил. Как-то отец Арсений обратился к окружающим. «Гибнет человек без музыки. Что бы ему достать для игры?» И один из уголовников, любивший отца Арсения, сказал: «В красном уголке есть разбитая гитара, попробуй ее с ребятами позычить». В особом имелся красный уголок, в котором никогда не проводились никакие мероприятия. Хранилось несколько книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальство числился как небольшая принадлежность для политической перековки заключенных зэков. Неизвестно, какими путями взяли уголовники гитару из запертого уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися 5 струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут. Но появление гитары в бараке было событием и развлечением. Нашелся заключенный, который подклеил деку, почистил лак. 2 дня гитару уголовники прятали, на 3-й день, когда дека подсохла, после вечерней проверки и обысков положил и гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака. Пришел музыкант и сел на нары, задел рукой струну. Струны жалобно зазвенели. Он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл. В 5-6 метрах в бараке уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах. И вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихла, удары костяшек домино прекратились, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом. В звуках приходили и возникали родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин и друзей. Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и стало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость. Звуки лились, объединяя необъединимое. Они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей. Но наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней. Они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности. Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей. К музыканту шел высокий черноволосый человек. Искаженное лицо покрывали размазанные слезы. Это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный. «Прекрати, зануда, музыку, не береги душу! Прекрати, пришибу!» Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой.
Но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака. Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах лагеря. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдания и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность. Казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушавшие прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: «Спойте нам». Подняв голову, музыкант запел тихим голосом, чрезвычайно выразительно. Это была старинная русская песня: «Что вы голову повесили, соколики мои, разлюбила? Ну так что ж, старый больше не хорош, буду вас любить, соколики мои». И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались. Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс на сомках Маньчжурии в замедленном темпе, и тихие всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех. Расходились молча. Музыкант сидел на нарах прямой, спокойный, просветленный, бережно держа гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару. Мы с отцом Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. «Он верующий, глубоко верующий», — проговорил отец Арсений. «Он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки». Гитара прожила в бараке еще 2 дня. И за эти дни музыкант переродился, посветлел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище «Артист» и взяли его под закон, что соответствовало лагерной терминологии «охраняем». Отобрали гитару на утренней проверке, нашли в тайнике. Донес кто-то из сексотов. Музыканту дали 2 дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник. Недели через 3 ночью отец Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. «Извините меня, извините. Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с вами. Знаю, вы священник. Давно хотел подойти к вам, да все боялся. А теперь чувствую, что пришло мое время. Спасибо вам за гитару. Узнал стороной, что от вас все исходило. Выслушайте. Я коротко, простите, что разбудил». Склонив голову к отцу Арсению, обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. «Господи, Господи, как я грешен!» — повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Слезы временами падали на руку отца Арсения. «Господи, Господи, грешен я очень. Но зачем они отняли у меня музыку?» Отец Арсений долго молился с музыкантом. Недели через 2 музыканту на работах раздробила кисть левой руки. А вчера из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо. В записке было: «Не забывайте меня перед Господом. Смерть стоит со мною рядом. Молите Бога о нас». 2 шага в сторону. Знакомство мое с отцом Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам около года. Но, зная друг друга, мы встречались мало, а слышал я тогда о нем много. Потянулся я к нему в 53-м году. Летом перегоняли нас этапом на Времянку строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты. Идти надо было 40 километров, вообще-то недалеко.
за 3 дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает плечи, руки. Одежда прилипла к телу, это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно — броситься на землю, расплакаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после. Но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно переживая каждый пройденный метр, идти и идти. Устали все. Охрана, заключенные, сторожевые собаки. Дорога казалась бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше. Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда «Не растягиваться! Ближе ряды!» Но команда отдавалась голосом усталого человека, который также изнемогал от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся и растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на голову проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами. Рядом со мной шел отец Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. 2 или 3 раза я взглядывал на него и думал, почему он еще идет. А он шел прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, не видящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится. Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины, и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редким уже оголенным от листьев кустарником. Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани попал в лагерь, дошел, то есть, просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели. В бараке он жил от меня через строя нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался. Когда же отдых? Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили. И тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его. Собаки шли на поводках конвоиров, понуро уткнувшись мордами в землю, и, казалось, ничего не замечали. Воцарилось спокойствие. Все шли молча, команд охраны не было. И только ноги идущих, погруженные в листву, ворошили ее. И от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох. Болели ноги, разламывалась голова. Неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придет? От усталости темнело в глазах, фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь. Все, сил больше нет, сейчас упаду. И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик «Бегу! Бегу!». Раздалась необычная возня. Состояние оцепенения мгновенно прошло. И я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвою. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил. Колонна зашевелилась. Проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключенных.
а лейтенант и один из солдат, повернувшись к бегущему, стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачка пыли, а татарин медленно поднимался по склону. Такой побег назывался «побег к смерти». Это случалось часто. Дойдет человек до последнего, и тогда устраивает демонстративный побег для того, чтобы его пристрелили. Охрана эти побеги знала и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну. Иногда убивала при попытке к бегству. Все зависело от начальника конвоя. Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. Остановят и забьют, доложат начальству, добавят зэку еще срока, но жив будет. Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает татарина. И вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешетил всего татарина. И тот, падая, какие-то мгновения пытался как будто ухватиться руками за сияющее солнечное небо. И, протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону. Автомат все продолжал стрелять. Татарин лежал на склоне, хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови. А третий конвойный все стреляет. Колонна заключенных от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой. И тогда начальник охраны дал над головами заключенных предупредительную очередь из автомата и закричал: «Садись на землю!» Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошлась вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: «Пригнись, распластайся!» И тяжелый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: «Товарищ лейтенант, я его гада по-снайперски уложил с первой очереди!» И в голосе солдата слышался татарский акцент. И в это время кто-то из колонны крикнул: «Собака, своего татарина убил! Смерть тебе!» Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключенных автомат. И в этот момент начальник конвоя крикнул: «Ибрагимов, отставить!» Распластались, прижались к земле. Слышу, кто-то около меня плачет. Голову повернул. Вижу, отец Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащим, лицо в слезах и временами тихо-тихо всхлипывает, а губы двигаются и произносят что-то полушепотом. Я его рукой ударил и говорю шепотом: «Ложись, пристрелят!» А он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его: «Не ложится». Ну, думаю, пусть стоит. Меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10-15. Охрана по обочинам дороги бегает. Слышим, тело поволокли по земле. А потом раздалась команда: «Вставай! Ряды держи! Не путайся! В сторону шаг! Стреляю!» Встали с земли, ряды выровняли. Пошли. Смотрим, тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая, чувствуем. Чуть что не так, автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на отца Арсения. В глазах слезы, лицо серьезное, печальное, но вижу, что молится. Почему-то вид отца Арсения обозлил меня. Нашел тоже время молиться и плакать. Спрашиваешь: «Что, Стрельцов, разве такого не видели?» «Видел и не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь». А я ему с издевкой сказал: «Вы бы бога-то своего на помощь призвали, он бы и помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу, хоть словесное и бесполезное, но месть». Что вы, разве можно проклинать кого-нибудь? А Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает, ангел смерти уже встал за его спиной. О, Господи, как я грешен, — закончил отец Арсений. — С
сказал и пошел грустный. Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шли молча. Через день пришли на Времянку, месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15-18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары гнус заели, до того измучились, что многие прямо с лопатой или под топором замертво падали на рабочих местах. Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто отойдет, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт. И кончился твой лагерный срок. Стал я к Стрельцову приглядывать, а поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает та же, как все, в лагере много лет, старый, в конец измотанный, почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит. И так верит, что от этого только и живет еще. Вот так и присмотрелся я к нему. Главное, что удивляло меня, устает ведь, как все, но всем старается помочь и помогает. Относился ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила. Проработали месяц, пришло 600 человек, а назад гнали не больше 200. Шли до лагеря 4 дня, шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталась душа, да и та еле-еле держится. Пришли в особый, дали день отдыха, даже паёк хороший выдавали 3 дня. Там тоже люди бывали. Месяц на Времянке крепко привязал меня к отцу Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная. И главное, что помогал он в самую трудную минуту. Бывало тяжко, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется. А он подойдет, положит руку на плечо и скажет 2-3 самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответят на то, что тебя сейчас угнетало и мучило. Таких, как я, получающих помощь от отца Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили и образовывали около него какой-то особый круг. Почему я начал воспоминания об отце Арсении на Времянке и с убийства заключенного татарина? Да только потому, что поведение отца Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его отец за его настоящую помощь другим. Солдата татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Доведя нас до Времянки, конвой вернулся в особый. Убили в казарме солдатской, убили зверски, выкололи глаза и перерезали горло. Заключенные этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих татар, охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в особый. Я рассказал об этом отцу Арсению. Помню, отец Арсений страшно расстроился и сказал мне: «Господи, Господи, как это все ужасно! Еще одна смерть! Мучительная, страшная! Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния!» Сказал и отошел, а я с радостью подумал: «Собаки, собачья смерть!» Вышел я из лагеря на 3 года раньше отца Арсения. Но уже вся жизнь моя была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что Он дал мне возможность встретить такого человека, как отец Арсений. В 58-м году я вторично встретил отца Арсения, но это уже было на воле. Замерзаю. Петра Андреевича помните? Конечно, помню, но всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром.
Мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейках. Идти недалеко, около 10 километров, а по времени часов 4-5 с лагерным сидором на спине. Сидор — это вещевой мешок. Скоро холод стал прохватывать до костей, а через 2 часа я окончательно замерз. Оглядываясь, вижу, ребята тоже мерзнут. Охрана в тулупах одета, но видно и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее идти, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели. Колонна замедлила движение. Охрана кричит: «Ходу, ходу, шевелись, замерзнете!» Стали спотыкаться, ног уже не чувствую, бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился я, чего ему до меня. Иду, качаясь, сил уже больше нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал, и говорит: «Духом не падайте, держитесь, двигайтесь больше, согревает это, и дойдете с Божьей помощью». Прошли еще с полкилометра. Иду в забытии, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаясь подняться, руки и ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу, ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю, последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне, и если я не поднимусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрелят и сообщат потом по начальству. Убит при попытке к бегству. Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старый лейтенант, старший начальник охраны, толкает ногой: «Вставай!» А я все отчетливо соображаю, но ни сказать, ни двинуться уже не могу. Старик, слышу, говорит старшему лейтенанту: «Гражданин начальник, помогите ему, замерзает!» А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: «Товарищ старший лейтенант, ему бы спиртишку, у меня в фляге есть». Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне. А где тут помогать, когда я совсем замерз? Охрана возиться со мной не будет, холодно, хлопотно. Да и не к чему ей. Проще пристрелить. Одним меньше, одним больше, что из этого? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый упал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину и вижу, тот автомат снимает. Ну, думаю, конец. Поехали мы со стариком в Могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: «Давай, дед, поднимем его». Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Сжег все внутри. А я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня по очереди перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 бросали, роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки и ноги чувствую, иголками колоть стало и больно. Значит, отошли. И сам-то я бодрым стал. Говорю охранам: «Спасибо». А они в ответ: «Не нам спасибо, говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался». И к нему обратились: «Как же это ты отстать-то не побоялся? Приказ знаешь? 2 шага в сторону, стреляем без предупреждения». Старик поклонился им в ответ и сказал: «Чего же бояться вас? Душа человеческая у всех людей есть. Да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит». Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так я и познакомился с Петром Андреевичем. Старик-то это он был. Сперва знал его как Петра Андреевича, потом как иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич, отец Арсений, в мою жизнь. Как что-то огромное, светлое, радостное. Так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминая многое, думаю, прав был отец Арсений. У многих людей живет в душе доброта, человечность.
Но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее. Так было со старшиной и старшим лейтенантом. В 63-м году встретил я в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был. И как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. «Здравствуйте, — говорю, — товарищ старший лейтенант». А он не узнает. Напомнил. Обрадовался, к прошлому вернулись. Он мне сказал, страшное время было. Сейчас вспоминать даже трудно. Спрашиваю, как это вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил? А он в ответ, а мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся вам помочь. Скажу по правде, у нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый, говорили священник. И спросил, а где он сейчас? Я сказал, что отец Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так и было. Переписывался я с отцом Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу вам, человек был большой. Сапоги. Спрашивайте, что помню? Да все помню. Все это рассказано до тысячи раз. Допросы, приговор, лагерь, голод, избиение, уголовники. Постоянно стоящая рядом с тобой смерть и неистребимая память о близких. Помните, ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. А до нее действительно было рукой подать. Эта старуха всегда сторожила нас, то в виде нового приговора, то убийство уголовником из-за куска хлеба, то от голода и от тысячи других причин. Вообще все было, как у сотен тысяч, таких же, как я, Горемык. Нечего вспоминать об этом. Не я один перенес это, а тысячи, и никого в этом не удивишь. А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. Отец Арсений нашел свое место в лагере и не один, а сотни подвигов совершил. Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный подвиг. И можно ли сравнить его с подвигом на войне? Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал, в горячке, в спешке. Или сам пропал и людей спас, или жив остался и дальше идешь. А в лагере все время под смертью ходишь. А если другому помогаешь, то вдвойне тяжело. Мое знакомство с отцом Арсением произошло зимой из заваленных сапог, а до этого я не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь в особом сапоги всегда мокрые. Отмерзают ноги, болят в струпьях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь — упрут. А вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нету, упал на нары, обед не съел, лежу и думаю, завтра сдохну. Лежу и в забытьи слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считает, что умираю. Но уже все равно, сдохну не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать. А я в забытьи все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула, сапоги взял и портянки. А зачем ноги растирал, а обмороженные болячки чем-то смазал? Болят ноги, но легче стало, и я незаметно уснул. Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал. «Чего не встаешь?» А я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты, оглядываюсь. И вижу, подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего. Схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и высушил, и так несколько раз. Это меня и спасло.
пригляделся к нему, а потом разговорился раз, другой и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их напечь и всю ночь стережет, а работал, как и все. В лагере это больше, чем подвиг. Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере. Я родных ничего не знаю. А он старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич или отец Арсений. Просто и обыденно сказал мне: «Все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите». И сам не знаю почему, но поверил как в истину. И действительно освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 52-м, два с лишним был в простых лагерях. В январе 53-го года дело пересмотрели, срок добавили и в особый перевели. В конце 55-го года внезапно освободили, в правах, в партии, в должности восстановили. Родные живы оказались. Приезжаю я теперь к отцу Арсению раз в полгода, душевно опустошенный, внутренне усталый. А он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накипь с души снимет. А живу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученной от отца Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете? А там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот вам и мое знакомство с отцом Арсением. Мир на таких людях держится. Я за ним в лагере наблюдал, многим он помогал. И мы на него, глядя, помогать другим стали. Вижу, вопрос задать хотите, как это я верующим стал? Смотрел на его дела, вот и стал. Ну и потом другие помогли, рассказали, разъяснили. И сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то я вернусь опять к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг, подвиг. А что такое подвиг? Войну я отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел. Солдатом начал, майором кончил. Орденом славы награжден, двумя Ленина, Отечественной войны, Красного Знамени, да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию немцев работал, четырежды ранен был, все было нипочем. Знаю, для чего делал, и что с тобою всегда товарищи есть, а если погибнешь, то за Родину. Попал в лагерь особого назначения и понял, что такое фунт лиха. Понял, что не смерть самая страшная во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собою, и смерть с тобой неумолимая, долговременно мучительная, и кругом тебя все смертники озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего». Если совершишь побег, то куда? Товарищи, у тебя все равно нету, тебя боятся, ты один. Поверьте мне, самый большой подвиг в жизни – это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это действительно подвиг. Я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали. Но я знал, во имя чего я это делаю. А в лагере для чего было помогать и спасать? Все равно мы должны были умереть. Отец Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей. Никогда не щадил себя». Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи, если бы все люди были похожи на отца Арсения. Записка. Мне дали записку для передачи отцу Арсению, и я ее в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потери только по приезде.
расстроилась, разволновалась и прямо, как теперь говорят, сходу стала говорить об этом отцу Арсению. Знала я, что записка очень важная, человек, писавший ее, очень ждал ответа. Но что было в записке, я не знала и даже приблизительно не могла рассказать ее содержание. Отец Арсений выслушал меня, задумался и сказал: «И в этом Господня воля». На следующий день я уезжала. Благословляя меня, отец Арсений дал мне письмо и сказал, улыбаясь: «Это уж не теряйте». Я уехала и сразу же по приезде пошла к М. И перед тем, как передать письмо, призналась, что записку ее потеряла. М очень расстроилась и даже заплакала, но, прочтя письмо отца Арсения, несказанно обрадовалась и прослезилась. Теперь уже от радости, повторяя при этом несколько раз одну и ту же фразу: «Господи, Господи, какая радость!» Отец Арсений написал мне полный ответ на мою записку. «Понимаешь, все-все написал. Ты же наврала, что не передала записку. Откуда он узнал о моих бедах?» И я тоже подумала: «Откуда?» «Панихида». Утром отец Арсений служил обедню. В субботу приехало трое, ночным поездом четверо. Причастив всех нас, исповедавшихся, окончив обедню, отец Арсений сказал, что если мы хотим, можем идти пить чай в комнату Надежды Петровны. А он придет через час, будет служить панихиду. Мы не ушли. Отец Арсений начал служить панихиду о новоприставленном Кирилле. Служил и плакал. Вся панихида была плачем души, настоящим надгробным рыданием, плачем о близком умершем друге. Не было нас, никого не было вокруг, а была только молитва о милости, прощении, об упокоении умершего раба Кирилла. Кто был новоприставленный, никто из присутствующих не знал, но мы понимали, что это был друг и любимый друг отца Арсения. Кончив служение, переодевшись, отец Арсений грустный пошел с нами пить чай. Разговор не вязался, пили чай молча. Отец Арсений тоже молчал, а мы временами или слышно перешептывались. Потом отец Арсений ушел в свою комнату, а мы остались сидеть. Часа в 3 дня принесли телеграмму на имя отца Арсения. 21 марта сего года в 7 утра скончался Кирилл, сердечная недостаточность, сын Игорь. Телеграмма пришла из Ярославля. Прочли телеграмму, и сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый и хороший человек, бывший с отцом Арсением в одном из лагерей. Все мы, сидевшие, взглянули друг на друга и подумали, каким надо быть провидцем, может быть, это не то слово, чтобы духом своим узнать о смерти духовного своего сына. Велика сила Твоя, Господи, в избранных детях Твоих. Еще раз Корсунь Ерши. Возвращусь еще раз к жизни в ссылке в Корсунь Ерши для того, чтобы показать, как милость Господа и Пресвятой Богородицы хранила нас. Зимой после почти 2-суточного дежурства Юлия и я шли из Корсуни в Ерши. Ярко светила луна, голубел искрами снег, дорога, петляя между сугробами, уходила в лес. Тишина стояла необыкновенная, только скрип снега под ногами нарушал ее. Усталая от работы бессонных ночей, ухода за тяжело больными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за околицу Корсуни, по установившемуся у нас правилу, начали молиться. Прочли правила, акафист Божией Матери. Юля начинала, я продолжала читать, и так, меняясь, молились до самого дома. Отошли от Корсуни около версты. Навстречу шли четверо, молодые, подвыпившие парни. «Монашки, наконец-то дождались!» Местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы идти по дороге вперед. «Стой, девки, не напрасно ждали, ублажим!» Обнимают, за руки хватают, говорят гнусности, толкают, дышат в лицо винным перегаром. «Прошу, ребята, пустите, оставьте, домой идем!» Смеются, понимают, что если и пожалуемся, никто за нас не заступится. Мы ссыльные. «Айда к стогу, посмотрим, что за монашки!» Я отталкиваю, прошу отпустить, кричу.
Юля стоит на дороге, словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго. От тьмы к свету. Продолжение. Часть третья. Отец Арсений. Усталая от работы, бессонных ночей, ухода за тяжело больными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за околицу Корсуни, по установившемуся у нас правилу, начали молиться. Прочли правила, акафист Божией Матери. Юля начинала, я продолжала читать, и так, меняясь, молились до самого дома. Отошли от Корсуни около версты, навстречу шли четверо. Молодые, подвыпившие парни. «Монашки! Наконец-то дождались!» Местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы идти по дороге вперед. «Стой, девки! Не напрасно ждали! Ублажим!» Обнимают, за руки хватают, говорят гнусности, толкают, дышат в лицо винным перегаром. «Прошу, ребята, пустите, оставьте, домой идем!» Смеются, понимают, что если и пожалуемся, никто за нас не заступится. Мы ссыльные. Айда к стогу, посмотрим, что за монашки. Я отталкиваю, прошу отпустить, кричу. Юля стоит на дороге, словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго. А я отбиваюсь и кричу. И вижу, Юля медленно поднимает руку, крестится несколько раз, крестит меня и также неподвижно стоит на середине дороги. Отвращение, беспомощность, леденящий душу страх наваливаются на меня, и даже мысль о Боге приходит только тогда, когда я вижу крестящуюся Юлю. Продолжая бороться с ребятами, я сквозь слезы кричу: «Матерь Божия, помоги!» Парни тащат меня к стогу. Юля стоит с двумя парнями посредине дороги. Они ошалело топчутся около нее. И вдруг сзади раздается: «Эй, давай с дороги!» Из Корсуни движется конный обоз. Оттолкнув парней, я бросил их к саням и кричу возчику: «Отец, спасите, насилуют!» «Садитесь, девки!» «Да ты никак фельдшерка! Я вас, поганцы, сейчас топором огрею, будете знать, как приставать!» Парни ошалело топтались, а Юля тихо подошла и села рядом со мной на сани. Обоз остановился, возчики подошли к нам. «Ежели, девки, они вас обидели, мы хулиганам зададим, их теперь много развелось!» Приехали в Ерши, я всю дорогу плакала. Юля сидела молча. Рассказываю бабке Александре, трясусь, а Юля опустилась на колени перед образком, образочком Пресвятой Богородицы и начала молиться. Ночью спросила Юля: «Ты испугалась?» «Конечно, испугалась и понимала, что ничто человеческое не могло спасти нас. Только милостью Божией и заступничество Матери Божией было нашей надеждой. И Пресвятая Богородица не оставила нас и послала нам помощь». Вспоминается 6 ноября 1935 года в клубе, расположенном в бараке. Проводили торжественный октябрьский вечер, почему-то пригласили и нас в обязательном порядке. Клуб полон народа, на помосте президиум. После торжественной части обещали крутить кинокартину. Идти не хотелось, но наша заведующая сказала, что надо пойти. Сели в самом заднем ряду. Доклад о международном и внутреннем положении через фразу «Великий, мудрый, гениальный вождь, родной отец!» И, конечно, о бдительности и врагах народа. Началось чествование передовиков труда, тогда их называли стахановцами. Один, второй, третий выступает, рассказывает о своих успехах. И вдруг на трибуне высоченный лесоруб, недавно лежавший у нас в больнице, начавший выступление с международного положения, потом прошелся по врагам народа, перешел к трудовым достижениям и потом называет Юлино имя, отечество и фамилию. «Товарищи, лежал я в больничке, тяжело болел, думал, помру.
Но выходила меня санитарка, стахановка Юля, настоящий ударник труда. И пошел. Почему в президиуме нет, благодарность не зачитывают? Собравшиеся в зале хлопают, кричат, одобряют оратора. Поднялся из президиума наш Рыжий, так мы называли председателя сельсовета, и, срывая голос, начал говорить. «Граждане, здесь неувязочка вышла. Санитарка, которую назвал лесоруб Федин, не ударник труда, а вражина, враг народа, отбывающий наказание в нашем районе. Сейчас она с подругой пробралась на наше собрание. Федин попался на удочку врага. Удалим враждебный элемент с нашего трудового собрания. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Единогласно». Под общее улюлюканье и свист мы стали выбираться из задних рядов. В проходе толкали нас и даже плевали в лицо. Прошло не одно десятилетие, но даже теперь обидно и горько от того, что так отнеслись к нам на собрании. Мы боялись неприятности от НКВД, все могло быть в это время. Но, слава Богу, обошлось без последствий. Работа в больнице оборачивалась для нас иногда неприятностями. У председателя сельсовета, нашего Рыжего, жена должна была родить. Привезли, положили в больницу, и сразу начался скандал у врача Зои Андреевны. Председатель кричал: «Не дам, не позволю роды контре принимать. Знаем мы их, всюду вредят, ребенка изуродуют. В район поеду, снятие добьюсь». Зоя Андреевна успокаивала разбушевавшегося отца, обещала сама принимать роды. Но роженица, пролежав 4 дня ночью, в мое дежурство родила. Ребенок родился здоровый, роды прошли благополучно. Жена председателя оказалась приветливой женщиной, всему была рада и благодарна, хотя и сознавала себя в некотором роде первой дамой в Корсуне. Какой же был шум, когда председатель узнал, что роды принимали мы с Юлей. Я начала думать, что нашей жизни в Корсуне приходит конец. «Если ребенок или мать заболеют, тюрьма вашей своре!» — кричал он. Но Бог был милостив. Ни в больнице, ни дома мать и ребенок более полугода ничем не болели, что и на самом деле было удивительно. Господь хранил нас. Еще тогда в Корсуне мы отчетливо поняли, что такие люди, как председатель сельсовета, медсестра Полина, работавшая в больнице, сотрудники районного отдела НКВД, унижавшие и издевавшиеся над нами, искренне верили, что мы враги. И их отношение к нам являлось результатом внутренней убежденности в нашей виновности. Осуждать этих людей было трудно. Предшествующие годы воспитали в них недоверие и ненависть к людям. Встречалась и другая категория людей, жестоких и безразличных, которые просто не умели сочувствовать, представлять себе чужое горе, чужую боль. И наносили удары, мучили и убивали с подлинным бездушием, потому что они никогда не знали и не хотели знать евангельских истин о добре, любви и милости. Эти люди любили только себя. Расскажу еще о нескольких тягостных днях в Ершах. Бабушка Александра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозило. Ночью погода переменилась. Утром с реки рваными клочьями пополз серый туман, цепляясь за нижние ветви деревьев, кустарники. Он падал в низины и медленно карабкался на склоны. Вначале пелена тумана стелилась по земле, и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, на котором поднимались мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов. Но затем он стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками, недвижно висевшими над миром. Жду прихода Юли. Время тянется мучительно и нудно. Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь. Наколоты дрова, несколько раз прочитано правило. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую уснуть, чтобы не видеть серого грязного дня, мутной пелены тумана, отделявшей от меня свет, солнце, лес.
Хочу избавиться от мрачных мыслей, сковавших сознание. Уснуть не удается. Тяжелые серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая, та же, как туман, ползший по земле и сжавший ее в своих объятиях. Пробую бороться, но уныние, тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаюсь что-то делать, не помогает. Начинаю молиться, опускаясь на колени, становится легче. Но потом сбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву. И опять наступает приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать. Но темная, именно темная тоска доливает больше и больше, становится трудно дышать, думать. «Господи, Господи!» — кричу я. «Помоги!» — начинаю и опять не могу молиться. Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня. Я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает. Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь. Входит Юля. А я рыдаю во весь голос. Она бросается ко мне. «Что с тобой?» Бессвязно рассказываю, плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампада. Я вижу лучистые Юлины глаза, светлое и доброе лицо. И начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня. Юля успокаивает, запирает дверь на засов. Подходит к иконам, начинает читать акафист ангелу-хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают, молитва проникает в душу. И я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала. Но я сейчас эгоистичный, не отпуская ее, и она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь мне. Уже поздно. Мы ложимся, я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к ангелу-хранителю, о том, что он всегда с нами, и напоминает мне стихиру. «Яко приял еси от Бога, храните душу мою, не пристай кровом твоих крыл покрывать ию всегда». Молясь ангелу-хранителю, ты отогнала бы то темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу. Помню, месяца через два меня также охватила тоска и страх. Но, начав молиться ангелу-хранителю, я отогнала их. Такова сила молитвы ангелу-хранителю. Павел Семенович. «Господь хранил нас, — говорила Надежда Петровна, — хранил неотступно и милостиво. В 1957 году, окончательно поселившись у меня, отец Арсений первое время ни с кем не общался, а потом написал несколько писем. И стали к нам приезжать в день по нескольку человек, а в субботу и воскресенье бывало и до 10. Отцу Арсению я первое время напоминала, что это опасно, но он полагался на волю Божию, а я боялась и даже устанавливала некоторую очередность посещения, особенно воскресные и праздничные дни. Соседи на нашей улице были хорошие и плохие, но, к сожалению, плохих было больше. Времена, конечно, были не те, что при вожде. Но все же мы оба репрессированные, бывшие лагерники, а отец Арсений священник и при этом не служащий в церкви. Всякое могло быть. Приблизительно через год после приезда отца Арсения заходит ко мне участковый Павел Семенович. За глаза его звали у нас Пашка Хап. На вид лет 35, роста среднего, русый, голубоглазый, лицо открытое, улыбчатое. Вот за эту-то улыбчивость мы его все на улице побаивались. Квитанцию на штраф пишет, говорит предупредительно и улыбается. Вошел в дом, поздоровался, спросил о моем здоровье, все ли благополучно. А потом о жильце стал спрашивать. Кто, что, откуда?
Я рассмеялась и ответил: «Павел Семенович, жилец-то прописан, и милиция о нем все знает. Скажите прямо, что вам надо?» «Да ничего особенного не нужно. Да вот соседи говорят, что много народу к вам ездит. Жилец-то священник, может, на дому священствует, а это законом запрещено, для этого церкви есть». Во время этого разговора вышел из своей комнаты отец Арсений, поздоровался и сел. «А вы обо мне спрашиваете?» Павел Семенович немного замялся и сказал: «Да, а вас, гражданин Стрельцов, спрашиваю, не священствуете ли на дому? Из лагерей прибыли?» Разговорились. Павел Семенович почему-то посочувствовал, что-то о сектантах сказал, что в городе объявились, козырнул знанием секты иеговистов, что идут на поводу американцев, что-то о Боге сказал. Отец Арсений отвечал и, на мое удивление, разговор поддерживал. Около часу просидел у нас Павел Семенович, выпил чаю, закусил, и денег я ему дала в старых деньгах 100 рублей. Взял, как всегда, не отнекивался за эти поборы и прозвали его Пашка Хап. Деньги в руки не брал, надо было положить их в боковой карман шинели или кителя. Когда деньги в карман всовывали, делал вид, что не замечает. Уходя от нас, сказал: «Вы это насчет проезжих-то поосторожнее», и ушел. А потом раз в месяц стал заходить, то номер на доме посмотрит, то ограда в порядке ли, есть ли собака, домовую книгу полистает, и все норовит с отцом Арсением поговорить. И как-то случалось, что отец Арсений с ним встречался, то на звонок выйдет, то услышит разговор наш, и также из комнаты выйдет, и станет наша беседа общей. Разговоры у них самые странные были. Отец Арсений почему-то о своей жизни рассказывал, о Москве, нашем городе, его истории. А иногда Павел Семенович начинал о себе и семье рассказывать или вступал в рассуждения о слышанном. Не любила я этих визитов Пашки, а разговоров тем более. И как-то отцу Арсению сказала: «Ну что вы с ним разговариваете? Ходит, выглядывает, каждый раз деньги берет. Чистой воды хапуга». Отец Арсений задумчиво посмотрел на меня и ответил: «Надежда Петровна, вы внимательно вглядитесь в Павла Семеновича, и тогда увидите в нем большую искру Божию». А я про себя подумал: где у этого хапуги может быть искра Божия? Когда года два ходил к нам Павел Семенович, и прямо на удивление всегда встречался с отцом Арсением. Придет, посидит, выпьет чаю, закусит, поговорит и уходит. Первое время я ему деньги в карман, как всегда, вкладывала, но потом перестал брать. Не любила я его приходов, боялась, что высматривает. А отец Арсений, наоборот, при приходе Павла Семеновича оживлялся, и мне даже казалось, был рад ему. Года через три не только деньги не брал с нас, а бывало придет к отцу Арсению, то селедку какую-то особенную, то банку красной икры из Раймага принесет, что с черного хода начальство получает. И никогда никаких денег за покупки не брал, а только говорил: «Это мой презент». Прошло еще года два. Отец Арсений стал приглашать Павла Семеновича даже в свою комнату. Мы все возмутились и стали говорить отцу Арсению, что этого делать нельзя. А он только улыбается в ответ. Павел Семенович несколько раз предупреждал меня о соседях или о том, чтобы в некоторые субботы не приезжали, или приезжали 1-2 человека. И тогда приходилось идти на вокзал и предупреждать приезжих о необходимости отъезда. Вероятно, в эти дни следили за домом, и действительно, 2 или 3 раза я заставала в саду людей, изображавших пьяных, случайно в кавычках, пролезших через довольно высокую ограду. Заходил к нам Павел Семенович не чаще 2 раз в месяц, при этом обязательно побыв у соседей. На нашей улице говорили: «Хотя Пашка и хап, а у него на участке порядок». О чем говорили отец Арсений и Павел Семенович в последние годы, не знаю, но только видела, что Паша привязался к нему. В ноябре 1963 года Павел Семенович пришел к отцу Арсению расстроенный. Умирала у него мать. Сел в столовой и заплакал. Отец Арсений стал успокаивать. Мать верующая, всю жизнь Богу молилась. А в церковь не могла ходить. Я-то партийный. По должности у людей на виду, в милиции служу.
Мать очень переживала, что я участковым работаю. Прозвище мое знала Пашка Хап. Да что делать, жизнь-то так сложилась. Очень прошу вас, отец Арсений, придите к нам с Надеждой Петровной и маму поисповедуйте и причастить. Сама тоже просит. Я ей про вас много рассказывал. Вы ко мне вечером тихонько заходите, домик в саду стоит. Я у калитки ждать буду. Часов около 8, когда говорились, вышли мы с отцом Арсением и пошли. Я чего-то боюсь, а отец Арсений чему-то радуется. Вышли на улицу, темень, дождь. Пришли, у калитки ждет. Провел в дом. Мария Карповна совсем плохо. Говорит еле-еле, только глаза горят. Худая, высохшая. Вышли мы все в соседнюю комнату, стоим, переговариваемся. Жена Павла плачет навзрыд и только повторяет: «Такого человека, как Пашина мама, не найти. Меня опекала, внуков воспитывала, в церковь хотела, а из-за нас ходить не могла. Иконку Божьей Матери в чулане держала, там и молилась каждый день». Часа через два вышел отец Арсений и нас вдруг позвал. Мария Карповна после исповеди оживилась, попросила приподнять ее на подушке и сказала: «Батюшка, Пашу моего и Зину не оставляйте, Христом Богом прошу, хорошие они, а это, что Павел в милиции служит, ничего, он добрый, душа у него есть, многим помогал, как умел». Потом ко мне обратилась: «Голубушка, Надежда Петровна, ты останься, отходную по мне прочти. Сегодня Господь переберет меня, ты уж просьбу мою уважь». Никогда я отходной не читала, смотрю растерянно на отца Арсения, и что ответить не знаю. Стоит Арсений, отец сказал мне: «Останьтесь, я псалтырь с собой взял». Читать по-славянски умею, псалтырь много раз читал. Отец Арсений службу меня заставил изучить с того времени, как я верующий стала. Конечно, осталось, хотя и страшно. Жена Павла пошла провожать отца Арсения. Остались в комнате Павел и я. Зажгли свечку, стала я читать, волнуюсь, сбиваюсь, но потом взяла себя в руки. Мария Карповна лежит с открытыми глазами и изредка с большим усилием крестится. Павел, скорбя, стал около меня. Зина пришла, уложила детей и с нами начала молиться. Ночь. Поздно, я уставать стала, временами воду пью, но читаю и читаю. Поднимаю голову, вижу, Мария Карповна что-то сказать хочет. Подошла я: «Подожди, голубушка, чуток. Прощусь я с Павлом, и ты тоже после подойди». Было в этом прощании что-то неизбежное, глубоко грустное. Мария Карповна была сосредоточена серьезно, ласково, и ни тени боязни не мелькнуло на ее лице. А Павел и Зина, припав к руке матери, тихо плакали. Но в глазах каждого было столько глубокой любви и какого-то сознания, понимания, что смерть неизбежна, что это не ужас, а великое таинство, которое надо осветить лаской, добротой и верить, что связь с умершим не прервется. В дальнюю дорогу уходила Мария Карповна. Подошла и я. Почти шепотом сказала она мне: «Не оставляй их, голубушка, молись обо мне. Прощай». И опять читала я псалтирь. Около 6 утра незаметно умерла Мария Карповна. Утром ушла я домой, а ночью отец Арсений отпевал умершую. После смерти Марии Карповны темными вечерами заходила Зина и молилась у отца Арсения со всеми, кто в это время бывал у него. Павел Семенович приходил днем под видом очередного обхода своего участка или поздно вечером, заранее предупредив о своем приходе.
В 64 году поступил Павел на заочный юридический факультет, окончил в 69-м, уехал из нашего города в другую область, где и работает сейчас народным судьей. До самой смерти отца Арсения, то есть до осени 1973 года, посещал его Павел, а после его смерти стал духовным сыном отца в другом городе, куда направил его сам отец Арсений. Отец Арсений говорил мне, что у Павла необычайно чистая душа, и даже находясь на работе в милиции, он многим делал хорошее. Запомнился мне один разговор с отцом Арсением о силе веры у человека. Было это в один из тех редких дней, когда никто не приехал. После долгой молитвы у себя в комнате вышел отец Арсений к вечернему чаю. Настроение у него было радостное. Вначале мне много рассказывал он об одном офицере, встреченном им в лагере, о необыкновенной чистоте его души, самопожертвовании, вызывавшем даже уважение охраны. При этом весь рассказ был удивительно ярким и произвел на меня большое впечатление. Вероятно, я его когда-нибудь запишу. Потом разговор перешел на тему о силе веры, и отец Арсений сказал: «У каждого человека есть своя сила веры, и дается она Господом в зависимости от устроения внутренних сил и собственного духовного подвига. Монаху или иерею, прошедшему большой путь наставничества и подвига под руководством старцев, изучившему Священное Писание, дано много и спросится много. А возьмите Павла Семеновича и Зину, что им было дано? Почти ничего, но в душе была искра Божия, и эту искру заложила мать, все время поддерживая ее. Еще полностью не осознав веры Бога, сколько делали они добра, как мы узнали после от посторонних людей. Достаточно было разгореться в душе их пламенью веры, и засветились они, засверкали больше, чем те, кто приехал в первый час». В жизни своей закончил разговор отец Арсений на эту тему. «Таких чистых душой людей встречал я не раз». Помоги, Господи! Ольга Александровна рассказывала, а я торопливо записывала. Совершенно седая, она, однако, сохраняла почти девическую стройность, живые и умные глаза, привлекательную приветливость и доброту лица. Сидя в кресле, положив руки на стол, Ольга Александровна смотрела куда-то поверх меня и говорила, то замедляя, то убыстряя свой рассказ. И я чувствовал, что сейчас перед ее глазами проходят все события ее жизни, люди, знаемые и любимые ею когда-то. Бежали мы из Москвы в 19-м году от большевиков, разрухи и голода. Папу в дороге скосил тиф. Добрались до Ростова, сняли комнату, осматриваемся, как дальше жить. Сестре 14, мне 18, маме 39 лет. Но после смерти папы и ужасов дороги изменилась она до неузнаваемости, постарела и все время чем-то болела. Работы раньше мы никакой не знали. Вещи, драгоценности, царские золотые десятки за полгода прожили полностью. Из большой комнаты перебрались в полуразрушенную сторожку в саду, сданную нам из милости, за то, что мы с матерью убирали у хозяев весь дом и сад. Там, за чертой фронта, остались под Москвой имения, дом, вещи. А здесь нищета. Дошло до того, что есть нечего. Все продано за бесценок. Беженцев в городе тьма тьмущая. Знакомых и друзей многих встречали, живут хорошо. Но как увидят, что мы плохо живем, или пришли просить о помощи, сразу меняются, а другие просто перестают узнавать. Дошли до полной нищеты. Все продано, работы в городе нет. Одни умирают от голода, другие купаются в роскоши и проводят дни и ночи в кутежах.
мама совсем слегла. Обошла я всех знакомых, просила о помощи, всюду получала отказ. Пришла домой, вижу, сестра плачет, мама лежит в какой-то непонятной прострации. 2 дня в доме нет никакой еды. Вдруг сестра вскочила, стала судорожно одеваться и кричит: «Пойду на улице деньги зарабатывать, нечего с голоду умирать, пойду!» Наслушалась она разговоров во время нашей скитальческой жизни и много кругом видела. Мама безмолвно плачет, но ничего не говорит и только изредка крестится. Поругались мы с сестрой, расплакались, а положение безвыходное. Что делать? Оделась я и пошла на улицу добывать деньги. Была бы одна, лучше себя бы убила. А здесь мама, здесь нельзя. Мама и сестра умирают от голода. Вышла, иду, пытаюсь Бога просить о помощи, но понимаю, что надо принять беззаботный и радостный вид, а слезы лицо заливают. Что я тогда пережила? Нельзя даже передать. Улицы полны офицеров, автомобили, рысаки, коляски, кажущееся веселье, а я тащусь продавать себя. Кто это будет? Пьяный, развратный старик, мальчишка-поручик или еще кто? Ужас и безумное отчаяние напали на меня. И мне хотелось броситься под экипажи, разбить голову о камни домов. Но нельзя. Дома голодные мать и сестра. Страшно вспоминать и еще труднее рассказывать. Походила по улице 30 минут, никто ко мне не подходит и меня не берет. Таких, как я, много, да и опытных к тому же. И гонят меня эти женщины с улицы самыми скверными словами. Никто не берет меня, а деньги нужны. Домой идти нельзя. Ну, пошла с улицы, сама не знаю куда, и вдруг подходит офицер и развязно говорит: «Девочка, ты свободна?» Взял меня под руку и повел. И спросил: «К тебе пойдем или в мебелирашки?» «Ко мне нельзя, мама дома». Офицер, видимо, был пьян, пахло от него вином. Вошли в какое-то здание. Офицер небрежно бросил хозяину деньги, потребовал вина и, как сказал тогда, закусона. Я дрожу от ужаса предстоящего. Вошли в грязную обшарпанную комнату. Офицер говорит полупьяным голосом, обнимает меня выше талии при коридорном, чему-то смеется. Коридорный ухмыляется, нагло смотрит на меня и говорит офицеру: «Вы, ваше благородие, бутончик отхватили, удовольствие законное получите». Отвратительно, грязно, страшно. Водку, вино, закуску принес. Офицер, когда ушел коридорный, налил стакан водки и заставляет меня пить. Взяла я стакан, думаю, выпью, и море будет по колено. Да никогда не пила водку, поперхнулась сразу и закашлялась. Поставила стакан нетронутым. Офицер смотрит на меня. Молчит, и я молчу. Не знаю, что надо делать дальше. И вдруг офицер запел и мне говорит: «Подпевай». У меня голова уж кружится от страха, голода, волнения, но распродалась, надо петь. Запел он пьяным голосом что-то вроде: «Мой шарабан американка, я девчонка да хулиганка». А я подпевала. Водки не пьет и не ест, а только номер стал тщательно осматривать. Подошел к двери, окнам, посмотрел на меня и сказал: «Ну, давай». Поняла я. Раздеваться надо. Встала, отошла к кровати, кофточку расстегиваю, а пальцы дрожат, пляшут, и одну пуговицу ухватить не могут. Юбку сняла, стою в рубашке. Ужас напал на меня, мысль одна. Скорее бы все кончилось. Подняла голову кверху и вижу, в углу висит маленькая иконка, темная-темная, по чертанию ризы Божья Матерь. Толкнула меня что-то ближе подойти к ней.
подошла и перекрестилась несколько раз. Сейчас не помню, что именно говорила я про себя Матери Божией, но просила облегчить, пройти мне этот страшный путь. На какие-то мгновения забыла я про офицера, грязную комнату и то, что ожидает меня. И первый раз за долгое время вспомнила о Боге и о том, что может Он помочь. Перекрестилась с мольбой, обернулась назад, увидела офицера и забила опять меня мелкая дрожь от страха. Офицер внимательно смотрел на меня и сказал совершенно трезвым голосом: «Что это ты перед таким делом молиться задумала? И отчего дрожь пробирает?» Молчу я. Иду к кровати. Села на край ее и опять с мольбой взглянула на икону. И в это время хлопнули двери где-то. По коридору громко застучали сапоги и раздались голоса: «Проверка документов! Откройте!» В соседних номерах стали стучать в двери. Офицер вдруг вскочил и стал судорожно снимать китель. Бросил его на стол, снял один сапог, подошел ко мне и сказал: «Как войдут, одеялом закройся и молчи». Страшно и, кроме того, ничего не понимаю, но вижу, что офицер встревожен чем-то. Стучат к нам в дверь: «Откройте!» Офицер с одним надетым сапогом пошел открывать. Вошли два офицера и солдат. «Документы ваши, господин капитан!» А мой офицер полез в китель за документами и почему-то нарочно пьяным голосом сказал: «Я тут с девчонкой разговор серьезный веду, а вы, господа офицеры, с документами мне мешаетесь и тыщет им свои документы». Один из пришедших подошел ко мне, откинул одеяло, посмотрел на меня и сказал: «Продолжайте, господин капитан, продолжайте». И, отпустив по моему адресу циничную шутку, вышел. Другой посмотрел документы, также взглянул на меня и вышел вместе с солдатом. Капитан запер дверь, мгновенно протрезвев на моих глазах, подошел ко мне и сказал: «Пронесло». «Что с вами?» — спрашиваю. Молчит. Потом посмотрел на меня и говорит: «Ты что, в первый раз вышла? Ведешь себя по-странному». Я ему тут все рассказала, говорю и плачу. Выслушал капитан и спросил: «Ты далеко живешь? Уходить нам с тобой надо». Позвонил еще коридорному, потребовал еще водки с закуской зачем-то. Закрыл дверь, сказал мне: «Одевайся». Осмотрел номер, свет потушил. Окна открыл. Еще раз все осмотрел. Посидели мы еще около 2 часов. Вызвал коридорного и сказал: «Хочу, братец, к девице пойти». «Помилуйте, ваше благородие, сейчас комендантский час, по городу не пройдешь, и у гостиницы охрана стоит». Капитан достал деньги и сказал: «Выведи черным ходом, хочу к ней домой». Вывел нас в сад при гостинице. Как до дому добрались, одному Богу известно. Прожил у нас Борис почти месяц. Днем старался не выходить, а по ночам куда-то уходил по разным адресам. Днем меня посылал. Спас нас от голода и, уходя, оставил деньги. Хороший, добрый и душевный человек оказался. Привязалась я к нему. Понимала, конечно, что неспроста он в городе тайно живет под видом офицера, но никогда не спрашивала, зачем. Месяца через 3-4 пришли в город красные части, а недели через 3 пришел к нам Борис, но не капитаном уже, а одет во все кожаное, как тогда комиссары ходили. Встретили мы его как родного, рассказал он нам, что был послан в город, занятый белыми, для работы среди рабочих и разведки. Устроил на работу меня и маму, и пока был в городе, часто заходил к нам и помогал, чем мог. Кем он прекрасный в городе работал, не знаю, в то время все назывались комиссарами. Года через 1.5, может и меньше, сказал нам, что переводят его в Москву. Нам также советовал переехать, благо для его учреждения давали целый вагон для переезда. Переехали мы, устроил нас Борис на работу, помог получить ордер на комнату. В Москве заходил к нам часто, но года через 2 перевели его куда-то в Сибирь. Приезжая в Москву, заходил к нам, переписывались мы с ним часто. Писали мама и я. Приедет в Москву, зайдет к нам и скажет: «Ну, молишься все?
А я отвечала: молюсь. И действительно, много молилась, ходила по церквам. Потом пристала к одной церкви, где организовалась община. Священник был там замечательный, духовный, сам человек большой веры, особенный. Стала эта община центром всей моей жизни, как многих и многих там бывавших. «Говорить тебе, милая, об этой общине не надо, сама все хорошо знаешь», — сказала мне Ольга Александровна. В первые же месяцы рассказала отцу духовному о моей жизни в Ростове и о случае с Борисом. Внимательно меня батюшка выслушал и сказал: «Милостив был Господь к вам. Чудо это, конечно, было, но, как всегда, Господь делает все незаметно. Боже это произволение. О Борисе обязательно молитесь, думаю, что Господь не оставит его». Борис в эти годы долго жил в Сибири, занимал большие должности. И мы с ним, как я уже говорила, переписывались. В начале 32-го года вернулся он в Москву, а я к этому времени вышла замуж. Детей не было, любили мы друг друга. Но, к сожалению, муж был беспричинно ревнив. Когда получала от Бориса письма, Федор смотрел на них с тревогой. О Ростове я мужу не рассказывала, только упомянула, что с Борисом там познакомилась. Борис приехал в Москву с женой и двумя девочками, Катей и Машей. С женой Бориса, Верой, мы быстро сдружились, а Федор еще долго косо смотрел на Бориса. Друг у друга часто бывали, хотя взгляды у нас были разные. Скрывать не буду, но было у меня к Борису какое-то двойное чувство. Мужа я любила, но когда встречалась с Борисом, что-то смещалось во мне и тянулось к нему, а если долго не бывал, то скучала. Федор это, вероятно, замечал и переживал. Конечно, Борис рассказывал мне, зачем в Ростов при Белых приезжал, зачем в мебелированные комнаты со мной пошел, зачем водку пролил и меня заставил раздеться. Разведка Белых тогда за ним следила, и он хотел сойти за фронтового гуляка, и меня для прикрытия взял на улице. Говорил, что страшно был удивлен, когда я молиться на икону начала. Девка и вдруг молится. Еще тогда в Ростове, после моего спасения, стала я в церковь почти каждый день ходить и познакомилась там с Марией Тимофеевной, оказавшей на меня большое влияние в духовном отношении. Мама была верующей, но как-то по-интеллигентному. Бог есть, а что дальше, не знала. Знала 2-3 молитвы и в церковь ходила для создания настроения. Мария Тимофеевна до приезда в Москву во многом меня наставила. И, кстати сказать, почти одновременно с нами переехала в Москву. Я сейчас уже старуха, а Мария Тимофеевна до сих пор жива, к 85 годам приближается. Стала она теперь какой-то особенной, светлой, доброй. Вероятно, такие монахини-старицы в скитах были. Отцу своему духовному и Марии Тимофеевне рассказывал я о своем отношении к Борису. Оба сказали: молиться надо больше и семью его не оставлять без внимания. В 1936 году Борис заходил к нам редко, а Вера, жена его, рассказывала, что нервничает он и все время мрачный. Большие неприятности у него на работе. Многих забрали за вредительство. Помню, зашел как-то Борис грустный. Я его спрашиваю: что с тобой? Посмотрел на меня растерянно и сказал: кругом Бог знает, что творится. Аресты, расстрелы, аресты. Страшно не за себя, а за людей, народ, страну. Потом смутился и произнес: Оля, не удивляйся, но помолись Богу о семье и обо мне, Борисе. Помолись, очень прошу. Обнял меня, расцеловал и ушел какой-то грустный, печальный. Вера в этом году часто заходила к нам и говорила о неприятностях на своей работе и у Бориса. Да и я с Федором видели происходящее. Начиная с 35-го года прошла волна разных процессов, арестов, репрессий. И было трудно понять причины происходящего. Каждый из нас не был уверен в завтрашнем дне. В феврале 37-го года, часов около 9 вечера, пришел к нам Борис усталый, расстроенный. Хотел не раздеваться, но мы с Федором заставили. Сел и сказал: «С
партийного собрания я. Плохи мои дела, исключили из партии врагом народа. И со всеми ними я дружил, знал как честных людей, отдававших жизнь за родину, преданных. Выступил в защиту, не мог молчать. Но не поняли меня, не захотели понять. Осудили, назвали врагом народа. Вероятно, скоро возьмут. Сел и глубоко задумался, потом встал, походил по комнате, подошел к шкафчику с иконами, открыл его и долго молча стоял и смотрел на иконы. Мы с мужем тоже молчали. О чем так долго и сосредоточенно думал Борис? Молился? Мы не знали. «Надо идти», — в раздумье произнес Борис. Я подошла к иконам, взяла образок Матери Божией Казанской и спросила, «Можно благословить?» Он низко склонил голову, приложился к иконе 3 раза и сказал, «Пойду. Прошу только, веру с детьми не забывайте, не оставляйте». Подошла к нему, а у него слезы. Обняла его, и вдруг схватил он меня и, плача, стал целовать. Обнял потом Федора, еще раз поцеловал меня и вышел. Арестовали его вместе с Верой в эту же ночь. Девочек в детский сад, дом сразу же не взяли. Сказали, что выяснят, куда помещать. Соседка на другой день мне вечером позвонила. Поехала я сейчас же и взяла Катю и Машу к себе. Федор сначала недоволен был, а потом полюбил девочек. Воспитали мы их, хорошие выросли, обе верующие, замужем уже давно. Живу у Маши. Борис с Верой где-то погибли, известий о них никаких не было. В 58-м году запросили девочки прокуратуру, что с отцом и матерью. Сообщили им, Борис Сергеевич Логинов и Вера Петровна полностью реабилитированы и при этом посмертно. Старая теперь стала, память слабеет. Но это, что рассказала, хорошо помню. Во всем, Господи, воля Твоя и сила. Верю, что не забудешь нас, грешных. Так закончили свой рассказ Ольга Александровна. Маша и Катя были хорошими нашими друзьями, и Ольга Александровна знала меня с 12 лет. Но сейчас я увидела особые страницы ее жизни, прочтение которой показало, какими неизведанными путями идут люди к Богу. Рассказ этот записан мною после смерти отца Арсения, весьма ценившего и любившего Ольгу Александровну. Отец Матфей. Отцу Арсению сильно недомогалось, ему пришлось лечь в постель. Но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек, лет 55. Отец Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего. Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого отец Арсений с приезжим ушли в комнату. И, вероятно, проговорили всю ночь, так как приготовлять постель в этот вечер не пришлось. Утром отец Арсений, отец Матфей, так звали приезжего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали. Весь день он о чем-то говорил с отцом Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай. Вечером за ужином отец Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на отца Матфея. А тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил отец Матфей у нас 6 дней, а на 4-й день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня, и я попросила его разрешения записать рассказанное. В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Дома оставил жену и сыновей 2 и 3 лет. Мне было 28, а Людмиле 25 лет. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали друг другу почти каждый день.
была Людмила для меня всем. И сыновей я любил, пожалуй, меньше, чем ее. Человек она необычный, с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая. И я знал, что любит она меня так же, как я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью. По образованию я физик. Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы. Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попал я в тяжелые бои. Отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто. Но, как потом узнал, писем моих почти не получали. А про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз, лежал в госпиталях на Урале, в Сибири. По-прежнему много писал люди. Получал письма от нее, но как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45-го года ранили меня тяжело. Вылечили, и прямо из госпиталя попал я 7 мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в наградах, мысли дома, не только у меня и у всех, отвоевались, родину отстояли. Через 6 дней после победы арестовали меня, а 1 июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 25 годами заключения. Состряпал на меня донос старшина, написал, что вел я агитацию в пользу врага, и сколько я не доказывал следователю, а потом трибуналу, что это бред, ложь, родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил и немало, никто меня не слушал. А слушали только старшину. Потом уже узнал, многих он посадил. Выслуживался. Осудили. И до 57-го года прожил я в лагерях. В одном из лагерей встретил отца Арсения, привязался к нему, полюбил. Но к тому времени был я уже верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере. Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого почистые освободили в 57-м году. 3 месяца пришлось проработать на заводе в Норильске. Писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил. Обратился в бюро розыска, не отвечают. Оделся более или менее прилично и поехал искать своих. Но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в эвакуацию в город Кострому. Там и осталась. Волнуюсь, жду встречи, мысль только одна. Как-то они там живут, что с ними? Вот и Кострома. Приехал в 7 вечера. Пока нашел улицу, дом, подошло время к 9 часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно вглубь передней и вдруг сказал: «Проходите, Александр Иванович». Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня. Потом повернулся к какой-то двери и крикнул: «Люда, к нам пришли!» Вошла Людмила, увидела меня, бросилась ко мне с криком и плачем: «Саша, Саша, ты где был?» Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете, схватил Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в исступлении лицо, руки и чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь, и увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: «Люда, кто это?»
Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: «Муж!» И тут я окончательно понял, что время мое ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: «А как же я?» Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь, плачу. В жизни моей этого не было. А тут долгие годы мучений и ожидания взяли свое. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечо и говорит: «Успокойтесь, успокойтесь. Расскажите, что с вами было за эти годы?» Поднимаю голову, это муж моей Людмилы. Сел он напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю. И с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые. Но потом состояние растерянности и злобы прошло. И опять я стал видеть только одну Людмилу. Осунулась. В лице ни кровинки, большие глаза ее в слезах. И невыносимой муки. Смотрит то на меня, то на Бориса. Потом я узнал, что так его зовут. Как и раньше, красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена. А теперь жена другого. Люда, о которой я долгие годы думал, мечтал, которой стремился. И только надежда опять увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12 лет заключения. И вот, наконец, я нашел ее. И сразу же потерял. Перевел взгляд на Бориса. И также вижу на лице растерянность и страдание. Расскажите, прошу вас. Стал я рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказал, как из армии писал, упомянул про взятие Праги. Вспомнил арест, суд, 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал. Они также молчат, и в это время из мглистого тумана мыслей первый раз пришло воспоминание о Боге, и я в душе своей воскликнул: «Господи, помоги, рассуди, ты один знаешь пути наши». Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне с мольбой и сказала: «Саша, прости меня. Виновата перед тобой. Писем от тебя не было. Запрашивала военкомат, писала всюду, ждала. А ответ один — пропал без вести. 3 года ждала. Ждала ежедневно, и все нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо твое пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе. Но, видишь, встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на 4-й год нашего знакомства. И к 2 сыновьям прибавилась дочь Нина, сейчас ей уже 7 лет. Прости меня, одна я во всем виновата. Бориса не вини. Не дождалась я тебя. Прости». Говорит и плачет. Борис молчит. Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода. Они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу. В рамках висят мои фотокарточки довоенные. И все происшедшее сразу же по-другому осветилось. Осуждение и раздражение, охватившее меня, сгладилось. И что-то доброе, теплое охватили сердце и душу. Не забывали, помнили. И действительно, никто не виноват. Что делать? Какой выход? Тягостная тишина вошла в комнату. Гнетущая, мрачная тишина страдания. «Где дети?» — спросил я. «К бабушке все трое пошли, там и ночуют», — ответила Людмила, и опять стало тихо. Я смотрю на жену, понимая и зная, что позови я ее,
и она уйдет со мной, и уйдет с детьми от Бориса. А я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За 8 лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него есть уже дочь. Как они отнесутся ко всему свершившемуся, ко мне? Перенесут ли? Поймут ли? Забудут ли Бориса? Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где любят друг друга и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись 2 детьми не меньше меня, и только убедившись, что я умер, вышла замуж. Но в новой семье не был забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их 3, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виновата в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу. Но это не дает мне права ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал их отцом. Мои сыновья полюбили Бориса, но полюбят ли теперь меня? Что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но встал я и прошел в другую комнату. 3 кровати стояли у стены, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке. Кто был изображен, какой святой, я не понял. Но то, что у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня. И в то же время внутренне согрело, обрадовало. В лагере человек, который дал мне возможность веровать в Бога, говорил: «Путь Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого «я», всегда выставляемого вперед». Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мной. Выбор был только один. Я обязан, я должен уйти из жизни детей Людмилы и Бориса. Людмила сидела растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ей было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел, опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его к земле. Я встал и, подойдя к Людмиле и Борису, сказал: «Я ухожу. Это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я... Я утраченное прошлое. У вас сыновья, дочь, у меня ничего. Вы любите друг друга. Я ухожу. Здесь нет жертвы. Здесь воля Бога и ваше право». Я встал и стал надевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и, целуя, сказала: «Не уходи». Но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал, тяжело ей, переживая за нас обоих и за детей. Я вышел. Встреча с Людмилой и детьми не состоялась. Осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерян. Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда. Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел раздавленный происшедшим. Шел, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами. Примерно 1,5 года я тяжело болел. Свет не без добрых и хороших людей, помогли мне. И в это время я как-то особенно близко
подошел к церкви. И это остановило меня от многих неверных решений и поступков. Устроился по своей специальности физиком в один институт, ушел в работу, что называется, с головой. Достиг по воле Божией неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспеченность. Но образ Людмилы и ее глаза постоянно стояли передо мной. Город, где я жил, был большой, но церковь сохранилась одна, остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там, в церкви, сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне. Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхая душою и учился духовной жизни. За семьей Людмилы не следил, не нужно было ни для меня, ни для нее. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все свои деньги через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы. Переживал и страдал. Никак не мог забыть Людмилу и детей. Года через 4 узнал случайно, что отец Арсений жив. Списался с ним, поехал к нему. И стал он моим духовным отцом и руководителем на долгие годы. А потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, давно готовился, но отец Арсений не разрешал. И только в позапрошлом году благословил. Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много и много настоящих, хороших. Успокоился, забылся, прошлое сгладилось, но полгода назад произошло со мной событие, опять потрясшее и взволновавшее меня. Пришел домой после обедни. Хозяйка квартирная сказала, что приходил ко мне 2 раза пожилой мужчина. Не назвался, но предупредил, что часа 4 опять зайдет. Особого значения этому не придал. Однако около 4 часов действительно позвонили. Пошел открывать дверь. Вошел человек на вид лет за 50. Лицо желтое, изможденное. Но глаза ясные, поражающие собой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знаю его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивленно, вероятно, он это заметил. Спросил, не узнали? И сразу же после этих слов узнал я в вошедшем Бориса, мужа Людмилы. Без всякого предисловия стал рассказывать. Приехал рассказать о детях, отчет вам дать. Рак у меня, 2 операции перенес, сейчас химиотерапией залечили. Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу, в лучшем случае, 2 месяца. Но это для начала. За помощь спасибо, много семье дала. Помогали много. Жене не говорил, как просили, но догадывалась, все хорошо знала. Сыновья ваши уже имеют детей. Хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша Нина на 1-м курсе. Бог был милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после вашего от нас ухода сильно изменилась в этом отношении. Приехал отчет вам дать. Откровенно скажу, следил за жизнью вашей, не упускал из вида. Считал недопустимым, потому что судьбы и жизнь наши с вами переплелись. Сложно, мучительно связаны. Зная, тяжело переносили вы случившееся. Но и на нас, Людмилой, оставила это глубокий след. Людмила любила и любит вас, хотя и не знает, где сейчас вы. Уход ваш еще больше приблизил ее к вам.
принеся себя в жертву семье, подчеркнули вы силы любви своей. Переживал я очень любовь ее к вам. Но было бы неправдой сказать, что она меня не любила. Сколько лет мы с ней после всего случившегося прожили, и никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит или делает вид, что спит. Знаю мысли о вас. И стал рассказывать мне подробно о детях и жизни семьи. И в конце сказал: «Время жизни моей ушло, остались считанные дни. У вас в церкви, вероятно, есть второй священник. Попросите его исповедать меня, помогите мне». Смотрел я на Бориса и думал, что его жизнь после моего появления была трудной и мучительной.